право. А я ведь хлеба не куплю, так мне... Россияне, вот вы пустите, пожалуйста, НАТО. Ну, пустите, женщина разулась. Она сейчас пойдет вброд. Таким образом, пенсионерка сокращает путь в сельский магазин. Пенсионерка из Вологодской области зимой переходит речку вброд босиком, чтобы попасть в магазин. Впустите НАТО! НАТО впустите! Эта женщина никогда не ходила по мосту! Она ее одежду держать, да и сумку, да и... Все, пошла. С Богом. С Богом. Да, точно. Круто. Магазин какой? А из магазина как?